Так, как они называются? Гонконгские вафли? Гонконгская вафля, да? Да-да, гонконгская вафля. Плюс. Ванильная. А ванильная? Ну, ванильная пусть, да. Начинку можно любую. А начинку орешки не надо. Можно наполнитель мороженое. И, например, взять ананас и банан. Немножко того, немножко того. Пирожки висят. Да это пряники. Обычный пряник. А пряник в какую цену? Пряник в какую цену? 150. И сразу не пряники. Угу. Вот пирожное, наверное, вкусно с орехами в шоколаде. 50 да, рублей. Не очень вкусно. Сережа, возьми себе. Очень я вкусно. Я думаю, что я это очень кофе. Вкусно. Так, ну все тогда. Я возьму это. Как вам отель? Вафлю? Подожди, ты в нем еще не отдохнул. Подожди. Так, Сережа взял. Тут есть разные, видишь, и орешки. Посыпки разные. Машмеллоу. Ага. Возьми себе эту вкусную пироженку. Еще да, вафельку готовят. Да. Прямо кофе пахнет. Ну да, это нерастворимо, а хороший сваренный кофе. Да, всего столько вкусного здесь. Угу, он какой. Целый чебурек. Ну и что, зато вкусный. Ты что, сахар не клал? Сладкий. Сладкий у тебя? А, пломбир с черносливами и сливочный. Ну, давайте любой, какой на ваш вкус. Ужин. Ты вот цветной какой-то хотела взять. Самое вкусное, да? Ну, я люблю. И мандарин лайм тоже. Нет, давайте мандарин лайм. Да. Все-таки это, да, оно освежающее такое, вкусненькое будет. Да здесь столько мороженого, аж глаза в разбег. Да. Кстати, оно вкусное, мы же тоже его покупали. Очень вкусное это мороженое. Мы же его пробовали. Это вот тесто, вы сами так готовите здесь? Да. Сейчас надо его остудить, да? Да, уже все. А, оно быстро, да? Сейчас рожок да. сделают. А, в стаканчике будет? Да, в стаканчике. И какой шарик? А вот какой, это вот тот вот апельсин, мандарин с апельсином. Лайм. Да, мандарин лайм. Оно сейчас растает же, мороженка. Зато будет очень вкусно. Вафелька будет мягонькая, вкусненькая. Вот смотри, видишь, как... Где она? Ложку надо будет. А? Так, да, ананас и бананчик. Ой, какая красота, ё-моё. Спасибо большое.